Не угодишь. Осень, весной дожди. О, кто-то тут будет играть. Кто здесь будет играть? Посмотрим, если уже кто-то будет сейчас. Я обратно уже буду идти снимать видосики. Сейчас чуть с ютубом похожу, обратно пойду. Жара аномальная. Аномальная, да. О, это наши Даня и Саня. Даня и Саня здесь. Играют, по-моему. Ладно, боже, ну сейчас жарко. Они просто места занимают. А там кто-то, наверное, другой занят. Они сейчас будут делить место. Ну да, вон уже разговаривает. Ой. Так, мы идем дальше, в сторону Потемкинской. Так, ребят, бачите, народу через нет. Оперный? Через оперный, да. Мы это пойдем через... Короче, здесь будет Даня с Аней играть. А где мои караоке, которые ведут Серега с Артменом? Где они будут? Да, блин, кошмар. Какая жара. Если раньше в это время уже все должно было занято быть, ну, места. Да. Самое интересное, что так в 10-то уже не уедешь. А когда же... В 9 уже. В 9 уже, да, тяжело. Так это они приходят... Пока начнут только в 8, начнут. К 9 только самое разгонное. А уже надо ехать как-то домой добираться. Да у нас так же самое солнце. Так же самое. У нас капец. Видишь, Дерибасовская пустая. Ну, я вам хочу сказать, вообще город не очень полный. Учитывая, что сейчас много приезжих, это гости города. Это такое. Людей нет. Интернет зачем тебе? Людей нет. Смотри, не голубей, не... Есть вон там. Уже звука. Кто? Ну, как обычно, тут вот наш, где наш. Сейчас я скажу, то он их не собирал. Да? Да мы не фоткали. Да не, мы не фоткали. Нет, меня он еще не взял, но... Да. А, это, наверное, из-за жары просто никто не может даже встать. Да, они где-то, они там по деревам, то уже в своем нормальном состоянии. Ну и заведения пустые, да? Смотри, сколько мест свободных. Даже этом самым популярным. Пустота, ребят. В Макдональдсе места вон есть, в KFC есть места. Это значит, что город пустой, ребят. Когда пустой Макдональдс, значит, людей нет. Ой, хорошо, что не отменили вчера танцы. А все равно же бы все приперлись и только попадали бы. Ну, и даже я бы поперлась, а мне самой еле хожу в такую жару. Там бы только скорую вызывали. Несмотря на жару, на Дерибасовской людей много уже стало. Это немного. Ну посмотри, вон дальше иду. Да ну, вот такая текучка шла до войны. Просто вот такая вот, и тебя сносило, и ты не могла пройти тут. Ну, такой жаль. Поток был. Я уже забыла, как это. А я помню. А это не, нет людей вообще. Перекрывали же дорогу, потому что людей такой поток шел, что машины... Да, на выходные, да, здесь же перекрывали. Да, машины не ездили, потому что ходить надо было. Мест не было. Да. Ходите. Ну, где все эти люди? Ну так они приехали же. У них уплачено. Мне знаешь, сколько пишут? Им все равно, что болото. У них-то уже заплатили за билеты, уже забронировали. Конечно, ходят, гуляют. Что им делать? Можем сюда идти. Как раз наискосок потом. Времени будем терять.